Особенно если это дальневосточная традиция. Когда изучаешь собственную традицию, это познание самого себя. Кто есть ты? Чем ты живешь? И поэтому это очень важно понять, собственно, о чем мы живем. И тут еще получилось такое пересечение, что вот эта трагедия, которая произошла в Кондопоге, когда сгорела 10 августа этого года Успенская церковь, для меня это стало во многом и личной трагедией. Дело в том, что я выросла на берегах Онежского озера, каждый год мы туда с родителями уезжали. Естественно, я еще и в детстве видела эту церковь, знала эту церковь, и уже будучи взрослой там была. И вот я впитала в себя вот все, что было там на Онеге, Бабанеже, все эти деревянные храмы, дома. И вот я хочу начать вот с чего. В годы Великой Отечественной войны Карелия, она была оккупирована финнами, знаете, что была финская война 1939-1940 года, когда значительная часть территории Финляндии отошла к СССР. Так вот, когда началась Великая Отечественная война, финны вернулись на свои старые территории, плюс прошли на новые территории, вплоть до Беломор-Балтийского канала. Собственно, там и прошла граница. И вот та местность, где расположена Кондопога, да, вот она оказалась на территории финской оккупации. И среди финских офицеров был некий Ларс Петерсон. Человек, вообще он культуролог, историк, искусствовед. И он упросил свое командование, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, он стал описывать церкви, которые существовали в тот момент на полуострове Заонежье. Это полуостров между Уницкой губой Онежского озера и Полинецким заливом, и Межосерье. Там церковь Межосерье – это участок суши между Ладожским и Онежским озером. Так вот, Петерсон вместе со своим товарищем, они описали 242 церкви, деревянные церкви. Сохранился фотоархив Петерсона, это несколько тысяч фотографий, они сейчас хранятся в музее-заповеднике Кижи. И вот из списка Петерсона до наших дней сохранилось не более 32 церквей Заонежье. Вдумайтесь, то есть почти каждая десятая только, да, церковь, все остальные утрачены.
И это, конечно, очень страшные цифры. И вот, к сожалению, одна из последних утрат – это Успенская церковь в Кондбеге. И в свое время архитекторы, братья паломников, они так говорили, нет ей равных среди деревянных шатровых церквей, хотя и нет коренных отличий от них. Удивительно, единственная в своем роде – это церковь, лебединая песня народного творчества, пробитая из такой глубокой силы, что восьминой любой звук кажется и слабее, и немощнее. Что так восхитило вообще Аполовникова в этой церкви? Что было в ней такого уникального, что действительно это потеря, хотя, как мы выясним, потом это, в общем-то, потеря, но не совсем потеря. Что в ней было такого, что вот заставило человека, которого, в общем-то, знал прекрасную деревянную архитектуру русского севера, Сибири, сказать такие слова? Итак, Успенская церковь в Кондбеге. Она находилась на небольшом мыске, который вдается в Кондбежский залив Онежского озера. Вот здесь вот, соответственно, Успенская церковь. Если посмотреть вот эту территорию, это у нас занимает целлюлозно-бумажный комбинат. За церковью вот здесь находится Кондбежская птицефабрика. То есть в этом отношении церковь, она имела очень неприглядное окружение. И вообще надо сказать, что туристы сюда ехали, но очень неохотно. Дело в том, что ЦБХ – это постоянный источник загрязнения. Сама не раз видела, как воды Онега окрашивались в зеленый цвет, какой-то непонятный синий цвет, постоянные магнезомы. И кроме того, здесь не было сделано практически ничего, чтобы привлечь туристы. Вот когда вы приезжаете в Петрозаводск и вообще путешествуете по Карелии, везде будут указатели на хижи, хотя там надо плыть на метеоре, тем не менее, вот хижи, да, они действительно разрекламированы, все их знают, все туда обязательно едут. И там, конечно же, ведется колоссальная научная работа. Вот Успенская церковь в Кондбеге, она оказалась на таком отшибе. Она стояла среди вот этого неприглядного очень окружения. Нужно было искать даже очень часто ракурс, сфотографировать ее, чтобы трубы заводские, вот эти трубы целлюлозно-бумажного комбината просто не попали туда. Более того, так получилось, что в 1965 году Успенская церковь в Кондбеге едва не была перенесена на другое место. Расширялся ЦБХ, и было первоначально принято решение, что церковь нужно переместить на другое место. Но тогда выступили многие деятели науки, искусства, общественные деятели, и в результате было принято решение, может, правда, как мы сейчас думаем, неправильное, да, что оставить церковь на прежнем месте. И она осталась. Соответственно, 10 августа произошло вот это страшное событие, и вот автор фотографии как раз, я с ним лично списывалась, когда мы готовили статью по Успенской церкви. Она сейчас выйдет в нашем наследие, в журнале, так что можете там тоже прочитать эту статью мою. Вот он успел сделать эту фотографию. Он говорит, когда он увидел, что церковь горит, он понял, что осталось не более 10 минут. Она сгорит вся. Церковь действительно была из сухого дерева. И вот она, в общем, видно, горит шатер, горит трапезная, и сейчас, в общем-то, одни остались руины. Ну, а теперь вернемся к Кондбеге и истории Успенской церкви, как она вообще появилась на этом месте и почему. Итак, Кондбега, она была основана приблизительно в 1495 году. По крайней мере, к этому времени относятся первые письменные упоминания о
поселке, который находился на территории очень малочисленного Никольско-Шуйского погоста. Вообще здесь, на севере, так же как вот в Карелии, так же как в Вологодской области, в прошлом была принята такая административная территориальная единица, как погост. Сейчас под словом погост мы понимаем в основном некий заброшенный чаще всего храм и кладбище. В прошлом же погосты — это были крупные единицы, которые объединяли большое село с крупным очень храмом. Очень часто вокруг было целое гнездо приписанных к погосту сел. Устраивались в погосте постоянные ярмарки, туда съезжались люди. То есть погост — это такое было очень многолюдное достаточно место. И вот Успенская церковь, она как раз принадлежала к такому погосту. И в 1563 году на мысу, небольшом мысу, вдающемся в воды Онежского озера, была поставлена первая церковь, деревянная церковь. Она достаточно скоро сгорела. Она сгорела в Ливонскую войну. Весь северо-запад России, тогда он оказался под властью шведов, которые грабили и сожгли церковь, разграбили поселок при церкви, и, в общем-то, местность опустела. И дальше, в 1585 году была поставлена новая церковь, тоже деревянная. Она тоже сгорела, и в смутное время от рук тех же шведов, поляков, ливонцев, которые ходили по этим землям. И здесь я напомню, что вообще, согласно Столбовскому мирному договору, граница со Швецией прошла очень недалеко от этих мест, и фактически это было такое пограничье территория, то есть, да, она была российская, но тем не менее, весьма здесь было жить нетривиально. И более того, когда многие территории Карелии отошли Швеции, то население, местное население, православное население бежало на восток, в частности, в Волонец, бежало на берега Онежского озера, а также уже в царствование царя Алексея Михайловича бежали на юг, в Тверскую губернию, тогда земли под Тверью после смутного времени опустили, и царь Алексей Михайлович выделил земли для переселенцев. И так возник очень интересный феномен, культурный феномен, исторический — Тверская Карелия. До сих пор там сохранился карельский язык, карельские обычаи. К сожалению, сейчас Тверская Карелия уходит, но это как-нибудь об этом поговорим в другой раз. Очень тоже интересная тема, но возвращаемся к Кондакове. Соответственно, в 1616 году ставится здесь новая церковь, тоже деревянная, но богато достаточно украшенная. Она простояла сравнительно недолго и была разобрана по причине ветхости. В середине XVIII века в районе Кондопыки происходит очень важное событие. Открывают тевтийские мраморные ломки. И вот здесь как раз фотография выхода мрамора на Белой горе. Видите, прямо весь берег – это выходы мрамора. И Кондопыка становится очень важным перевалочным пунктом. А в Кондопыке, в общем-то, весь мрамор, добытый в окрестностях, собирался, дальше по воде его везли по Свери, дальше через Ладожское озеро в Мугу и в Санкт-Петербурге. Тевтийский мрамор был очень красивый, и многие дворцы Санкт-Петербурга, они построены, украшены тевтийским мрамором, в частности, мраморный дворец. Предыдущий Исаакиевский собор был тоже украшен тевтийским мрамором. И, соответственно, многие население Кондопыки в основном работало на тевтийских мраморных ломках. И это привело к тому, что местное население, в основном крестьяне, они даже подчас не имели времени обрабатывать свои собственные земли.
И, кроме того, в окрестностях Кондобыги была обнаружена еще в начале XVIII века железная руда. И в Петрозаводске возникли Петровские заводы, которые в 1973 году были переименованы в Александровский завод. Сейчас это Онежский тракторный завод, и опять-таки местное население занималось разработкой добычи железной руды. Требовалось очень много руды для изготовления пушек, шла очередная война с Турцией, началась, шла потом. И, соответственно, поэтому местное население очень активно привлекалось к работам. В результате в 1769 году вспыхивает Кишское восстание. Оно первоначально охватило порядка 2000 человек, оно вспыхнуло на Кишском погосте. Люди требовали улучшения условий труда. В 1771 году восстание было жестоко подавлено. Соответственно, в 1774 году начинается строительство новой церкви. И вот как раз образцом для этой церкви, для Успенской церкви в Кондобыге стала вот эта, к сожалению, утраченная церковь Николая Чудотворца в Лендозере. Это межозерье, то есть даже, вот в сторону Ладожского озера, если ехать. Была такая замечательная церковь, она считается вообще первой из шатровых церквей такого типа в Кабанежье. И вот что интересно, вообще существовало две традиции в Кабанежье строительства церкви. Первая – это известная всем многоголовая церковь, вот как раз фотография Кишского погоста, я ее делала еще очень давно, в 80-х годах до реставрации. И вот 22-главая Преображенская церковь – это одна тенденция, то есть огромное количество глав. А другая тенденция – это как раз строительство вот таких шатровых церквей. Причем, что очень интересно с шатровыми церквями. Вообще, шатровые церкви на Руси строились очень активно, все вы, я думаю, знаете, видели церковь Вознесения в Москве, да, в Коломенском, которая считается одним из лучших образцов шатрового творчества. Так вот, в середине 17 века патриарх Никон провозглашает, что отныне не строить шатровых церквей. Только одноглавные, пятиглавые, семиглавые и так далее. Но ни в коем случае не шатровые. Но на севере призыв патриарха Никона не услышали. И кроме того, шатровые церкви было достаточно просто строить. Поэтому эта традиция оказалась очень устойчивой. И вот обратите внимание, да, если мы опять-таки сравним многоглавый церковь, сколько элементов конструктивных, какое долгое строительство, и насколько просто сделать вот такие церкви. Уже упоминавшийся Огломников, он считал, что эти церкви, они восходят к древним маякам Вежи. И вот как раз церковь в Кондобыге, вот это где-то сбоку, как Успенская церковь была, она и была вот таким храмом-маяком, храмом-памятником. Она стояла очень удачно, была поставлена, и моряки, которые шли в Кондобыгу, они ориентировались на нее. И плюс она стала храмом-памятником, погибшим вот в этом Кишском восстании. И здесь церковь, она очень необычна, она очень сильно вытянута по вертикали. Обратите внимание, идет вот главный объем храма, да, четверик, потом идет один восьмерик, потом идет второй восьмерик. Все они расширяются кверху. Вот этот элемент расширения кверху называется фалау. Для чего это было сделано? Это отводило воду
от нижних венцов. Вообще для деревянных церквей очень большая опасность представляет не только огонь, но и вода, венцы гнили. И вот как раз существование вот таких повалов, оно обеспечивало то, что вода отводилась. Кроме того, обратите внимание, немножко подойду вот так. Вот на этот конструктивный элемент, фронтонный пояс. Он тоже на самом деле не только декоративный, он тоже отводил воду. И таким образом вот этот храм, да, такая планировка храма позволяла, в общем-то, оставаться бревном сухим. Кроме того, благодаря тому, что визуально церковь расширяется кверху, не было вот этого завала вертикали, как обычно. Церковь казалась больше, чем она есть на самом деле. К ней было пристроено два объема. Вот этот объем – это алтарь, соответственно, он накрыт бочкой. Вот этот объем, вот она, это трапезная. И в трапезной были пристроены два крыльца. И алтарь был ориентирован на восток, соответственно, да, на Контопогород. И крыльца, они тоже были ориентированы на восток. Так, вот здесь еще просто образец еще церкви такого же типа, это Гемрецкий погост. Ну, теперь вот, опять-таки, стены Успенской церкви в Кондопоге, как она выглядела раньше. Видно, что сухие абсолютно бревна, сохранились конструктивные элементы. Кстати, интересно, исследователи обнаружили следы фронтонного пояса еще вот где-то вот здесь шло. То есть, по всей видимости, было три фронтонных пояса у церкви. Вот оно крыльцо. И здесь сразу, забегая вперед, скажу, собственно, почему, что произошло 10 августа. Первоначально первая, в общем-то, версия была, что туристы забыли окурок. Лето было очень сухое, я сама, собственно, в это время была на Карелии, правда, я была на Ладоге. Но могу сказать, температура была за 30, очень сухая трава, и вполне это было, в общем-то, возможно, что сухая трава просто слезнет. И вот здесь обратите внимание, насколько сухая древесина. И, конечно же, как говорят, деревянное здание – это хорошо сложенный костер. Тем не менее, потом следствие установило, что это был поджог, 15-летний подросток, сатанист, он себя считал, в общем-то, таковым. Он поджег церковь. Сейчас он находится в заключении, ведутся, продолжаются следственные действия, но он уже заявил, что он, в общем-то, вместе, да, получит профессию и передаст все деньги на восстановление Успенской церкви. Такой интересный момент. Итак, вот, соответственно, обратите внимание, церковь стоит на валунах. Вообще, это стандартная практика в Карелии. Венцы ставили прямо на валуны. И это, кстати, тоже играет очень такую злую шутку с деревянными зданиями. Дело в том, что многие фундаменты плывут, и уже упоминавшись вот Преображенская церковь в Тишах, почему, собственно, началась реставрация снизу, нужно было подводить новый фундамент. Она поплыла на старом фундаменте, стала просто скатываться с него, и нужно было просто сделать изначально новый фундамент, ну и, естественно, заменить все гнилые бревна. И вот обратите внимание, да, вот здесь тоже видны следы гнили, в общем-то, на бревнах. Итак, внутреннее убранство церкви. Здесь у меня, к сожалению, не самые лучшие получились фотографии, потому что было достаточно темно, и несмотря на достаточно светлый объектив, все равно пришлось очень сильно потом высветлять. Вот, соответственно, деревянный алтарь, очень скромный. И здесь все иконы, они были написаны местными мастерами.
И уже упоминавшийся мной Ларс Петерсон, он их приписывал так называемому кондопушскому мастеру, который написал еще другие иконы для других храмов. И, к сожалению, вот это все внутреннее братство, оно утрачено. То есть сейчас это все сгорело. Соответственно, сверху это потолок неба, характерный для северных храмов. Вот сейчас еще часть внутреннего братства. Спаситель, вот он. Потолок неба. Характерный для сильных храмов. Он изображает божественную литургию. Иисус Христос, в общем-то, проводит литургию. Соответственно, здесь ангелы и архангелы, они в дьяконском обличии, и им прислуживают и херувимы, и серафимы. В четырех углах были изображены четыре летописца. Такой достаточно стандартный сюжет. Почему сейчас вот покажу один момент очень интересный. Вот обратите внимание, Успенская церковь, вот основной объем храма, да, проходит небо где-то вот здесь. Соответственно, дальше все, что выше неба, было пустыми, здесь не было ничего. То есть только деревянные конструкции. Соответственно, следующий очень интересный элемент, который был в храме, это трапезная. Трапезная Успенской церкви. В ее центре стояло два расписных столба с такими вот руками. Здесь такие вот интересные дымки идут. И трапезная, очень интересно, был пол, он был наклонный. И для чего это было сделано? Те верующие, кто не мог войти в храм, да, просто не было места, они как бы видели все, что было в храме. И в свою очередь священнослужитель, он видел все, что происходило в трапезной. И здесь опять-таки я вернусь к церкви. Обратите внимание, насколько большой объем трапезной. Вообще, для русского севера характерны очень такие большие трапезные. Дело в том, что это был не вообще храм, не просто место, да, богослужения, а там еще люди собирались, решали какие-то свои бытовые вопросы, совершали сделки, оглашались царские указы, просто какие-то насущные дела решались. И вот как раз скамейки стоят вдоль трапезной. В Центральной России такие большие трапезные в 17 веке, они, в общем-то, были под запретом, а на севере они продали, поэтому в 17 веке они продолжали развиваться. И считалось, что то, что здесь вот в трапезной, все договоры, которые заключены, они освящены, и такой договор нельзя нарушить. И храм, он превращался в такой символический центр села. Обратите еще на одну очень интересную особенность Успенской церкви – окна. На первый взгляд, когда на них смотришь, кажется, что они расположены в хаотическом порядке. Но здесь очень интересная задумка мастера. Когда падал, вернее, солнечный свет, он падал на ту или иную икону, да, в соответствии с тем или иным праздником. Такая была вот очень необычная задумка. И благодаря этому иконы, да, они как бы светились, играли. Это было, конечно, очень необычно. Церковь была посвящена Успению Богородице. К сожалению, я себя очень ругаю, я тогда не сфотографировала престольную икону, надо было, но нет, так немножко было, и поэтому пришлось взять другую, я искала в интернете, где-то в открытых источниках, нигде не нашла, поэтому взяла вот известную икону Новгородскую, Успение Богородицы. Вообще, для севера Богородица, она была как мать-заступница, покровительница сельского хозяйства, покровительница вообще женщин, дома. То есть это была, ну, можно даже сказать, такая богиня, к которой можно было обратиться, да, заступница, ей молились.
И кроме того, все праздники Богородичного цикла, они так или иначе были связаны с годовым циклом сельхозработ. И не случайно у Успенской церкви в праздник Успения Пресвятой Богородицы как раз устраивались ярмарки, проводились различные торжества. И кроме того, понятно, в этой церкви, поскольку она была символическим таким центром села, к ней постоянно стекались люди. Вот интересно, я уже после того, как церковь сгорела, говорила со многими людьми, из Кондопоги. И они очень так ласково называли многие из них церковь Успенкой. И она для них была таким живым существом. То есть не просто сгорела какая-то церковь, а сгорела наша Успенка. И до сих пор, хотя, в общем-то, утеряны вот эти во многом традиции, и далеко не все были довольны, когда кажется, что ехали сюда туристы, смотрели церковь. Тем не менее, вот она была одним из таких незыблемых символов Кондопоги до сих пор. Итак, на самом деле церковь была не одна. То, что мы сейчас воспринимаем, да, то она одна, но был построен тройник. В начале 19 века была построена колокольня, очень интересная, восьмиугольная, вот она, на шести колоколов. А в середине 19 века была построена деревянная теплая зимняя церковь. Успенская церковь, она была летней, неотапливаемой курой. И она была облицована досками. Доски были выкрашены в белый цвет, такой, как белокаменный храм. И все это было, да, все эти храмы были построены на народные деньги. Вот это важный такой момент. И стоял такой классический тройник, то есть два храма, летний большой и маленький зимний, и колокольня – это типичный тройник, характерный для вот архитектуры русского стиля. И рядом с церковью, здесь видно старые фотографии, вот много-много было могил. У Успенской церкви вообще ее существование, как и всех остальных, оказалось под угрозой после революции. И лишь благодаря тому, что в 25-м году была Онежская экспедиция, которая изучала храмы русского стиля и возглавляла ее известный архитектор, реставратор Кабан, благодаря ему Успенская церковь была признана, в общем-то, уникальной такой и достойной того, чтобы ее сохранять. И вот как раз многие исследователи отмечали, в чем уникальность церкви именно этой. Она строилась в время, когда уже господствовали традиции барокко, но она очень лаконично сдержана. И она впитала в себя все лучшее, что было в архитектуре Онежского края, вот этого, да, то есть можно сказать, она квинтэссенция. После нее уже подобных церквей не строили. А остальные церкви, то есть колокольня и зимний храм, были признаны, в общем-то, лишенными какой-то культурной значимости. И были колокольня была разобрана в 30-е годы, один из уцелевших колоколов направлен на скотные морды, стал сигнальным. А зимний храм, ну, было помещение клуба, а в 60-е годы на новой волне борьбы с религией он был разобран. И таким образом остался только один храм. Здесь был организован музей, который относился к Кондопожскому краеведческому музею. И да, что еще интересно, в годы войны в Успенской церкви, когда эта территория была под финнами, проводились богослужения. Причем богослужения не только православные, но и финские лютеранские. Вот,
еще одна из религий, Варварская церковь в Янгмозере. Дело в том, это еще один очень уникальный памятник архитектуры, он можно считать утраченным. Дело в том, что Янгмозер, оно опустело, люди там больше не живут, и было принято решение церковь разобрать и перевести в Типинице, большое достаточно село. Работы должны были быть завершены в 16 году. Они не завершены до сих пор. Церковь разобрана, дерево гниет. То есть все где-то около Типинец, но пока новую церковь, насколько я знаю, не собрали. Тоже вот одна из Утара, такая уникальная церковь. Еще одна тоже очень уникальная церковь, которая была, это церковь Покрова Пресвятой Богородицы, соответственно, в Анкиновском погосте близ Вытегры. Собственно, она предтеча Преображенской церкви. Это тоже такая большая, серьезная утрата. То есть мы сейчас видим из тех церквей, которые можно было бы считать уникальными на русском его севере, в районе Ванежья, осталось только очень одно. Это то, что в Кишском погосте. И здесь мы подходим к одному очень трагическому моменту. Дело в том, что Успенская церковь, когда сгорела, первая мысль была, что все пропало. Она сгорела полностью. Памятник, архитектура утрачена полностью. Но, как показали дальнейшие исследования, примерно уцелело, по разным оценкам, четверть, треть сруба. Кроме того, церковь находилась уже в очень аварийном состоянии до того, как, в общем-то, она еще сгорела. И шел вопрос о том, что церковь необходимо реставрировать. Но вопрос был в чем, какая будет реставрация. Дело в том, что вот этот шатер, он лежал практически полностью на восьмерике. То есть предлагалось разбирать шатер. Далеко не все с этим были согласны. Кроме того, по-хорошему нужно было менять венцы. То есть это разборка памятника. И не все соглашались на то, чтобы реставрация шла так же, как Преображенская церковь в Кишах. И, в общем-то, пожар решил эту проблему. Но что интересно, в результате были обнаружены абсолютно уникальные вещи. Например, под алтарем, сейчас он трехстенный, был обнаружен старый пятистенный алтарь от предыдущей церкви, который стоял на валунах. Были также обнаружены следы старого иконостаса, который тоже считался утраченным. Сейчас исследователи работают над тем, чтобы понять вообще, а как работали древние мастера, как складывали вот эти бревна. Дело в том, что это можно узнать только, если полностью разбираешь сруб. И вот как раз благодаря такому несчастью у реставраторов сейчас появился шанс понять, а как же, собственно, строились храмы такого типа. Теперь, что касается того, будет ли восстановлена Успенская церковь или нет. Есть несколько, в общем-то, идей. Одна из них говорит, что надо не это оставить, то, как есть, консервировать остатки, оставить это как памятник. Сторонники другой точки зрения говорят, что да, погибло далеко не все, примерно есть что восстанавливать, по крайней мере, есть обгоревшие бревна, с которыми можно работать, есть описание очень детальное Успенской церкви, и поэтому ее можно восстановить. Тут трудность главная в том, чтобы подобрать бревна, нужные по размеру, потому что сейчас, в общем-то, трудно найти такие огромные бревна, трудно подобрать правильный размер, чтобы сохранить все пропорции, число бревен и так далее.
Но, тем не менее, пока преобладает вторая тенденция, что храм будет восстановлен, собирают на него деньги, очень небольшие суммы пожертвовали в Арцкий монастырь, пожертвовали церкви в Аванежье, Рамзан Кадыров неожиданно тоже пожертвовал достаточно крупную сумму денег. То есть в этом отношении, скорее всего, церковь будет восстановлена, общая стоимость работ оценивается в 80-100, от 80 до 100 миллионов рублей, и работы займут минимум 2 года. И вот будем надеяться, что церковь, да, это будет стоять. И в связи с этим возникает очень такой интересный вопрос, момент. Вот смотрите, здесь Кондопольская церковь, она очень известная. Да? Сюда все-таки, несмотря на все проблемы, едут люди. А сколько церквей, которые абсолютно заброшены? Вот, например, вот это Янмозере. Да, люди уже сюда не едут, сюда невозможно добраться, село опустело. И вот, к сожалению, большинство деревянных церквей и сель у нас находится в опустевших деревнях. И что с ними делать, абсолютно непонятно. То есть их, да, можно восстанавливать, поддерживать, но это деньги, это силы волонтеров. Есть такое очень известное движение «Общее тело», они, собственно, занимаются восстановлением, насколько это возможно, старых храмов. Но все равно проблема остается. Храмы абсолютно бесхозные. Превращать каждый из них в музей, но это нужна транспортная доступность, да, нужно создавать какую-то инфраструктуру. Пока поэтому церкви только поддерживаются трудами волонтеров. Это, конечно, очень серьезная проблема. И вот в связи с этим в Карелии возникло такое очень интересное явление, вот я сфотографировала, когда восстанавливают утраченные церкви. Вот это снято в комплексе Северная Филарета, который находится недалеко от Сартовала, близ поселка Рауталахти на Ладожском озере. Взяли церкви из списка Петерсона, здесь сейчас восстановлено 4 церкви. Это не совсем историческая реставрация, потому что, видите, да, цилиндрованные бревна, еще какие-то моменты изменены, упрощены. Но, тем не менее, здесь собраны утраченные храмы, сейчас восстановлены 4, всего будет здесь 11 храмов и часовен, которые существовали в Занежье и в Новгородской области. И люди смогут познакомиться, по крайней мере, визуально с ними. Они, причем, сделали очень тоже интересный момент, создатели Северной Филарейды. Часовни освящены во имя других абсолютно святых. То есть они только как бы напоминают о том храме, который существовал прежде и был утрачен. И благодаря тому, что здесь транспортная доступность, люди сюда приедут, рядом здесь гостиница, опять-таки люди могут следить, и обслуживающий персонал гостиницы, у них ключи от некоторых храмов этого комплекса. То есть благодаря этому здесь поддерживается порядок, церкви находятся в сохранности под каким-то приглядом. И вот, скорее всего, это и будет такое наше будущее. Церкви сохраняются деревянные только в этнографических музеях, например, да, известная всем уже упоминавшаяся Киржа, церкви в каких-то знаковых местах, как Кондопога, например, а все остальное будет перевезено в более крупные населенные пункты, либо будет утрачено, а потом будут рвать на себе волосы и строить вот такие копии. Копия, конечно, лучше, чем ничего, но копия всегда остается копией. Так что пока вот такое у нас будущее непонятное Успенской церкви, то есть будем надеяться, что года через 2-3 мы все-таки увидим восстановленный храм. И сможем все туда поехать, тем более, что это недалеко от Петрозаводска, ехать туда очень удобно. И рядом есть, что очень много интересных достопримечательностей природных посмотреть. И снова Успенская церковь, наверное, уже восстановленная, будет таким объектом туристическим. И более того, вот как сейчас в Кижах, например, реставрация Преображенской церкви,
рассказывают, как, почему виделась такая реставрация. То есть, с одной стороны, приезжаешь, смотришь, что вот этот храм без глав стоит, а с другой стороны, я тебе объясняю, а почему, собственно, так делают, почему выбрали такой способ реставрации. Вот, может быть, мы здесь увидим ту же самую картину, когда будут в Успенской церкви не только показывать, какой она была, но покажут, как ее строили, почему ее именно так строили, а не иначе. И расскажут об очень уникальной, конечно, истории восстановления. Потому что реставраторы, повторюсь, они не теряют надежду, что храм вот все-таки смогут восстановить. Спасибо. Спасибо большое. Большие вопросы, наверное, я начну. Скажите, пожалуйста, вот на месте, потому что сейчас осталось... Когда удобно, позвоните.